Кто здесь главный? Откуда камера? Уберите их, это место преступления. Ты имеешь право не отвечать на вопросы. Все, что скажешь, может быть использовано против тебя в суде. Ты имеешь право на бесплатного адвоката. Ты понял свои права, специальный агент Юта? Ты понял? Ты понял свои права, Юта? Понял? Все. Он понял свои права. Вали отсюда. Господи, ты в порядке? Снимите наручники. Не снимать, снимите, не снимать. Твой напарник — сообщник убийцы. Трое убитых. Один из них — офицер полиции. Дай я тебе кое-что покажу. Смотри. Как, нравится? Убери от меня свои руки. Посмотри на меня. Дай я отвезу его сам. Не надо везти его в полицейской машине. Да, Анджела, почему бы и нет? Все-таки вы ведь так похожи, вы стоите друг друга. Ты такой же, как и он, только толще, медлительнее. И на тебя смотреть жалко. Черт, слепой ведет слепого. Ну и парочка. Харп, я хочу тебе кое-что сказать. Я здесь работал, когда ты дрочил, рассматривая каталоги женского белья. Да пошел ты! Именно так, Харп. Я за все эти годы понял только одну вещь, а ты ее не понял. И что же это такое? Просвети меня. Уважение к старшим. Вот и все. Пошли отсюда. Я знаю, куда они направились. Я так и думал. Поехали в аэропорт Санта-Моника. Быстрей. Только возникла одна проблема. Какая? Мы не можем их арестовать. И не можем их пристрелить. Что?